А вот на этом мы и скажем «Позад целики». 35 лет купе катало представителей всех стран и откатало. Блин, жаль, не по-детски. Т-230. Вот последняя машина. Что после? Я не знаю. После семейные седаны только сейчас 86. Сдулась Toyota? Сдулась. Ну, а мы воздадим дань той целике. Мой любимый кузов? Да, мой любимый кузов. Купе. С недавних пор полюбил. Хотя есть и седаны. Чем ракетомобиль от фирмы Toyota меня порадовал? Хваленными тормозами. Машина пробежала по очень хорошим американским роудзам. 100 тысяч замечательных тамошних майлзов. По российским менее удачным. Всего 10 тысяч на километр. Машина, разумеется, на автомате. Разумеется, на полном фарше. Кто-то может упрекнуть программу «Автостоп». Типа вы берете машинки, вам до BBC далеко. Так вот, я вам так скажу, от BBC до нас далеко. Дело в том, что там они берут машины полностью застрахованные. А мы берем машины у людей. Потому что нам доверяют дорогие достаточно машины. И мы в случае чего можем их себе приобрести. Ну так, к слову о том, что мы немножко выросли. Выросла ли Toyota Celica? Снаружи нет, внутри да, комфорта стало гораздо больше. Накатались я на предыдущем поколении и на полноприводном. Скажем так, это идеальный вариант городского автомобиля, который позволяет вам бодро перемещаться в потоке, при этом отрываясь от хамов, которые вам сзади сигналят, и бодро отворачивая от хамов, которые спереди козлят. Пятое поколение Toyota Celica. Машина с дизайном лезвия бритвы. Первое поколение, кстати, выпустили в начале 70-х. А сегодня это автомобиль мечта каждого амбициозного молодого человека. Купешка, на которую обращает внимание любая девушка. В основном обращают внимание, кстати, симпатичные. Алексей сказал, что автомобиль городской. Да, городской. И коробка здесь автомат, но этот автомат позволяет вам очень многое. На самом деле, спортивные амбиции Toyota Celica, они на шильдике, которые сзади. Это автомобиль класса GT, без всяких купюр. Ну и, конечно, положено такому автомобилю иметь эргономику, когда водитель не сидит, как на стуле, а полу лежит. Ну, конечно, в шлеме здесь будет достаточно неудобно, но шлем для такого класса автомобилей и не нужен.